Итак, кто разбил вазон и сделал трещину в унитазе? Признавайте. Вот блин, я ничего не слышал. Там один пылесос только шумел. Но когда пылесос начал шуметь, на кухне, тогда ничего не видел. Да, но кто же предатель? Предателя мы все равно еще не знаем, но его придется найти. Я думаю, что остается только один предатель, которого мы найдем. Либо же это папа, мама или Эрик. Не могу поверить, кто это сделал. Но это случайно вышло, что разбился вазон. А? Я думал, что это Эрик, Глеб сделал, а не мама. Что, я сама по себе? Когда садилась на унитаз, там произошла трещина и разбил случайно вазон, а? Решить проблему сложно, но кто это сделал? Это никто даже не разберется. То значит, что летит папа? Глеб, ну что ты? Ну, конечно же, нет. Что ты чушь такую сказал? Я просто думал, что разбилось окно. Илья свой джип сам не случайно сломал. Это очень большая проблема. Может, это пылесос все наделал, потому что он все время украл наши вещи. Но мы их вернули. Я склеила дневник Эрика. О, это значит, мама в космос летит. Мама, а не папа и не Эрик. И не я даже. Значит, летит мама. По-вашему, я лечу? В каком-то смысле? В прямом. Если это в прямом, значит, ты летишь. Ну ладно. Женщинам тут вообще не место. Даже если когда их выкинули. Эрик, ты точно уверен, что мама предатель? Там же сказано, что не было предателя. Ты просто ошибся. Я думал, что это вначале сделала мама, а оказалось, что нет. Но мы же сделали с этой комнаты летучий корабль. И вот мы летим сейчас в космос, а мама вот там летит. Вон она вот там в окне. Блин, младенцы все это только знают. Нам просто не стоило выходить из кухни пока. Нам стоило немного поделать свои дела. Может, это ты? Ну, пап. Я не собираюсь лететь. Ну тогда... Летишь ты, Эрик. Да, ты лети. Нет, подождите, я хотел сказать вам, что ошибка в Among Us. Мама была не предателем, но кто будет лететь в космос, это мы сейчас еще разъясним. Ну хорошо, тогда погнали играть в игру Among Us. Он нажал на кнопку. Так, может, давай его выкинем? Хорошая мысль, Крат. А я думала, что это не будет. Поворот в том, что мы его не будем выкидать. Ну ладно. Так что это значит победа? Конечно, нет, Эрик. Таша, ну я вам лучше скажу, что тут я буду выполнять задание. Глеб, мы уже давно ее выкинули. Тогда давай ее выкидать. Давай ее выкидать. Я все равно вернусь обратно. Он тоже не предатель. Но ошибочка вышла. Это правда. Брум, брум. Смотри, это же красный прыгает. Тогда он предатель. Он всегда предатель? Конечно, он всегда предатель. Он убивает их не обязательно. Брякнулся случайно. Наваляли ему, надо его починить. Чё произошло? Убили. Давай отвлекать танцем от отключающего. Время для отвлекающего танца. Его нужно починить. Мы его уже починили, наконец-то. Что ж, я думал, когда я почитаю комикс, и мы найдем красного. О, вам, наверное, лучше меня увидеть. Давай выгонять его.
О, блин, он сильнее нас.